преемником другого большого. Пока, да, пока вынужден отыгрываться номинальный фаворит. Тренера Криса Мэка, который сам выпускник, всех тренеров. Команду тренировал Шон Миллер, который ныне тренирует Аризону. И команда выступала... Вот это, Ксавьер. Из-за дуги, и снова нет попадания. Мичел Смит на сей раз, но из игры. Ну и вообще у всей команды сейчас, у Ксавьера ужасные показатели. Иди соперника, что не успевает просто вот. Большие, скорее всего, и так быть не должно. Ксавьера я говорил о том, что на подборе они сильнее соперника. Остается, ну и вот... Хуже. И если вот так они большими будут играть, и даже вот так колотить, просто сесть еще. И все чаще и чаще. Но эти самые большие штрафы Умара... Неплохой вариант, потому что на нем 17 матчей. Вот и 17 матчей команд Big East. Такая возможность есть у... Хьюз сам со средней. Филлипс вернулся на паркет и едва трех унизанцы. Получил его и должен забивать. Этот трейсер не получил. Неплохо. Филлипс не попал. Филлипс. И легкие два очка. Гестон сверх. Хьюз. Здорово ускоряется. Забивать такое надо.